Я приветствую вас на телеканале ТВ Голд. В эфире программа про фэшн, и я ее ведущая Светлана Целищева. Осенью на улице становится холодно и сыро, и наше желание максимально успешно адаптироваться к этой среде заставляет нас искать среди модных принтов что-то похожее по форме и содержанию. Обратите свое внимание на модные принты, например, на рисунок, имитирующий кожу рептилий. Продолжают удерживать свои позиции и этнические принты. Осенью они становятся менее броскими, но более четкими и графичными. Ну и наверняка одна из самых интересных тенденций нового сезона – использование в тканях репродукции фотографий, фресок и картин. Выглядит очень необычно и сразу приковывает взгляд окружающих. Ведь согласитесь, что одежда зачастую способна поднять настроение и вылечить от осенней ходры лучше, чем любые лекарства. Так что не отказывайте себе в удовольствии пройтись по магазинам и порадовать себя обновкой. Смотрите про фэшн, и вы всегда будете в курсе самых актуальных тенденций и первыми узнаете о новых коллекциях запорожских магазинов и увидите самые интересные фэшн-вечеринки и мировые показы.